В наше время сложно приобрести свой дом сразу по причине его цены. Ипотека, кредит, мало кому нравится эта перспектива, но ведь всегда есть чудо, которое иногда случается. Перед семьей, которая совсем недавно начала свой путь, тоже встал этот вопрос. Далее повествование пойдет от лица женщины из этой пары. Ютились мы в родительском доме, в дружной семье, но все же в тесноте. В одном доме жили родители, моя сестра, брат и бабушка. Никто нам и слова не говорил, но мы сами понимали, что стеснять родных долго не можем, да и ребенка в таких условиях не заведешь. К тому же, дом нуждался в капитальном ремонте. Мы с мужем мечтали о своей двухкомнатной квартире. И для этого принимались за любой труд, чтобы сделать первый взнос и выплачивать ипотеку. Казалось бы, стандартная жизненная ситуация многих семей, но продолжение у нее иное. Наступило лето, а с ним на участке завелись кроты, по вредности которым мало кто составит серьезную конкуренцию. Но, к счастью, дворняга-дружок, который пришел к нам еще будучи малым щенком, нашел способ их ловить. Завидным усердием раскапывая норы, он ловил зубами вредителя. Но кроты, видимо, облюбовали наш участок, так как их не становилось меньше. И вот настал день Х. Я с мамой в это время работала на грядке. И тут дружок с лаем кинулся на землю и принялся ее раскапывать. Коми летели, как обычно, в разные стороны. Но мое внимание привлек кусок земли, пролетевший по воздуху и ярко блеснувший. Любопытство заставило отложить работу и последовать в сторону упавшего комка почвы. Это было кольцо. Массивное старинное золотое кольцо с большим драгоценным камнем. Это была находка дня. Поспешив домой, мы его отмыли и показали всем домочадцам. Бабушка, увидев его, вдруг заволновалась и присела. Затем сказала, что знает, откуда и чье это кольцо. В молодости, будучи завидной невестой, она отказывала всем ухажерам, которые появлялись. Один местный парень, чтобы покорить сердце неприступной девушки, выпросил у своей бабушки фамильное кольцо. Когда он пришел к девушке, та была в саду. Приближаясь к ней, он споткнулся и упал, естественно, выронив кольцо. Никто не заметил, куда оно укатилось. Поиски, конечно же, не увенчались успехом. Жених, посчитав это плохим знаком, перестал ухаживать за девушкой. Его семья очень скоро переехала в неизвестном направлении. Кольцо оказалось такой стоимости, что после оценки его ювелиром, молодые еще долго были в шоковом состоянии. Оказывается, по слухам, какой-то предок того парня еще при царе был купцом или еще кем-то. Но после революции у них многое забрали, но вот кольцо они сумели припрятать. Вот так они стали обладателями моментального приза. Дружок, обычная дворняжка, купил им квартиру в небольшом провинциальном городке. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пока!